Ну, расскажите нам об новом кластере вашем. Так, мы сейчас находимся на рабочем месте проектировщика электрических машин. Он включает рабочую станцию для подготовки и создания. То есть это вот эта штучка, да? Нет, это сервер, рабочая станция. А, вот рабочая станция. На рабочей станции модели подготавливаются. Конечный элемент для электрических машин, других машин электротехнических. Вот. В дальнейшем проводится на сервер для обсчета. Это позволяет получить основные характеристики распределения полей в магнитопроводах двигателя и многие другие для оптимизации машин и получения намного более высоких параметров. То есть сейчас вот мы снимаем мотор, вот он сейчас сделан в дропы 135 миллиметров. Вот тут говорят, что можно даже потолще сделать. Можно сделать толще. Да. Но это огромный плюс, потому что можно в этот конфиг поставить, например, не как тут одинарный фривил стоит, а можно, например, звездочку 5-6 скоростей поставить. Да. Или семерничок. Да. Вот. То есть как бы этот мотор позволяет такие вот роскошные штуки поставить. Или, например, поставить барабаны, поставить кассету. Например, на 9 скоростей или на 10. Вот. Мы даже рассматривали вот такой вариант на конструкции. Сюда ставить большой диск тормозной. Очень большого диаметра. А, кстати, у нас тут есть один Смирнов. Вот, у него проект на грани. Вот, и он поставил сюда диск от шлифовальной машины. А, я видел, да, на форуме. Может, такой здоровый, большой. Нет, но это имеет смысл, тем паче, что вот при тех скоростях, которые сейчас достигаются, на нем больше 100 км в час, обычные тормоза очень плохо. Я слышал, что данные в конфиге будет 90 ньютонов и 130 км в час. На контроллере Curtiss 1232E сейчас достигнута скорость больше 100 км в час. Мощность, которую отдавал двигатель, это 7,6 кВт. 94 ньютона, но при этом токе расчетный был 100 ньютон, поэтому погрешность 6 ньютон, но достаточно хорошая. Полностью двигатель на этом контроллере раскачать пока что не удается, потому что его мощность, мы вышли на пределе мощности этого контроллера. А потом мы перепроектируем. По результатам вот испытаний мы проверим модель, соответствие модели электронной реальным результатам, когда получим с Венского университета данные. Сопоставим, если это все полностью совпадет, один вариант. Если не совпадет, мы подкорректируем модель для того, чтобы совпадение по параметрам было на уровне процентов. Вот, и тогда перепроектируем уже под ряд мощностей для велосипедов, скутеров, мотоциклов и так далее. Целый ряд. Вау! Это не механический тормоз. Механического тормоза сзади вообще нет. Вот это скорость. И очень хорошая рекуперация идет. Вот, и насколько заряжается батарейка сейчас? Ну, рекуперация на этом двигателе. На автомобилях рекуперация была 30%. Обалдеть. Возврат. Ну, сейчас может выбег. Посмотри. Подключаем. Это он сам останавливается. Да. Крутится долго, вот мы его прям остановили. То есть, если с большой горки съехать, можно и батарейку всю зарядить, да? Ну, в Крыму Вячеслав Полтовец, он выехал. Ну, там по сложному рельефу, рельеф шел вниз. Вот, он из одной точки приехал в другую. У него заряд батареи остался тот же самый. Все, что ехал, то вернул. Ну, это вообще мечта любого электровелосипедиста, чтобы полная батарея была всегда. Так, убираем велосипед в стенку и проверяем дедовским методом. Ну что, вот сейчас мы будем испытывать в этом коридорчике аппарат. Места мало, но мы не боимся трудностей.